Все дети любят мультики. Только одних смотрят, а другие еще и снимают. Настоящая анимационная студия работает в одном из детских садов Чебоксар. С юными мультипликаторами познакомилась наша съемочная группа. Это второй мультфильм, который снимают воспитанники детского сада номер 184. В калейдоскопе работает студия детской мультипликации «Волшебный мир». Ребята знакомятся с историей зарождения анимации, технологиями построения рисунков и звукозаписью. Сейчас на первом этапе ребятки учатся обыгрывать сюжеты, проигрывают эти сюжеты, снимают определенные кадры и монтируют сами мультик. Различные мультики в дальнейшем, конечно, будут по времени только расти. Но на данном этапе у нас короткометражные маленькие мультики. Из-за студия, театральная студия, теперь и мультстудия. Детсадовцы получили дополнительную возможность развить свои творческие способности и навыки. Дети чувствуют себя волшебниками и с удовольствием делают первые шаги на пути к искусству. Мне нравится заниматься фотографировать. Мне легко удается снимать мультики. Когда мультик будет готов, я подарю этот мультик бабуле с дедулей и маме с папой. Такие инновационные проекты реализуются в детских садах Чебоксар с прошлого года. И уже есть результаты. В детских садах запущены проекты по приобщению детей дошкольного возраста к национальным традициям и культурным ценностям. А запущен проект по преемственности детских садов со школой. Еще одним инновационным проектом, который реализуется в детских садах, является фитнес-аэробика в детском саду. Как отмечают в управлении образования, в планах запуск еще нескольких подобных проектов. В ведомстве надеются, что они понравятся детям и их родителям. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика.